Всем привет, друзья! С вами Мудрасан. Итак, стартовал второй сезон лиг под названием «Жаркое лето». В этом сезоне отличившиеся игроки получат части былого комплекта бродяг и пистолет пулемет Крис Вектор. Так вот. Призы, как я понимаю, будут выдаваться по окончании сезона. Кроме этого, при попадании в Лигу выживших и выже будут выпадать случайные призы вот из этих бонусных ящиков. То есть там что угодно может быть. Бланки премиум аккаунта, детали для сборки предметов, спецсредства, ускорители и так далее. Серебро. Так, итак, заходим в бой. Так, играть рейтинговый бой. Так, взял экипировочку. На первом слоте у меня вал, мастер, молот. Вернее, там на первом у меня СВ закат. Вал опять же. Хранитель солнца, мародер. Различные спецсредства. Так, подбор пошел быстро. Так, сразу возьмем вал. Снайперкой потом, если что, попробуем. Так. Найдите и захватите силовские установки. Так, захватываем первую. Так, он по дереву подымался. Эх, не добрал я его. Установку захватил. Там их целых двое, минимум трое или двое, даже трое было. Так, захватывают они нашу установку. Вернее, не нашу, но которую я захватил. Эх, мне надо было гранаты взять, наверное, вместо мин. В этом режиме гранаты, конечно, эффективнее. Захваты забивать. Сидит там с Бинелли, товарищ Шмел. Шмел, он же Шмель. Так. Ты тут сделали, что, блин, так трудно перебираться. Так, хватило. Да, блин. Все уже заминировали. Блин, там... И что за, нифига он дает? Свитерок. Адский свитерок.
Так, как я понял, что там по этому, по анонсу лиг. Надо 5 квалификационных боев отыграть, так я понял. В конце боя там посмотрим по результатам, что напишут. Так, вижу, я вижу твои ловушки. Поставлю здесь свои. Нифига, у них 40% уже захвата. Как они нас сделают? Куда стрелять, понять не могу. Сверху что ли? Есть, захватили. Так, надо на Ашку бежать. Так, сейчас он, скорее всего, слева придет. Это черт, а? Так, хорошо. Захватили. Так, отлично. Хоть немного отыгрались, но все равно мало. Так, это уже там где-то обошел. Эх, меня добили. Так. Так, залезь что ли наверх? Показалось, побежал. Так, далековато.
не понял, просто откуда он стреляет. Так, добили его, отлично. 48-51, да мы их догоняем, нормально. Что они не могут сбить наши захваты. Так, ребят, что вы своих-то бьете? Так, установку А захватываю. Так, и Б тур, и С, блин. Сейчас они наверстают свое. А снайпер сидит на втором даже, ему пофиг. Так, заныкаться вот так, чтобы не видно было. О, нормально. Захватили. Ага, вон он где. Эй, думал, он увидал меня. А что такое, блин? Из РПДшки меня. Наш звук залагал на килками. Так, 2,5 минуты. На 4 очка они нас опережают. В принципе, все это можно поправить. Поправимо. Все можно поправить. А, Б. О, Б. Б захватываем, надо помочь.
Эй, блин, ну что ж я промазал-то, ё-моё. Полторы минуты, полторы минуты. Это просто его гранатами закидать наверху, блин, граната нет. Что я, блин. Чаще всего здесь режим исследования, а гранат нету. А как он так? Так, 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 так. Блин, можно вытащить. Иди ко мне, иди сюда. Хрен вам. Ага. Вот, блин. Нормально. Вот еще, по-моему. Буду установку до конца держать. Черт, а? Блин. Можно было вытащить на последних секундах. А! Проиграли, по-моему, 2 очка всего. Так, тайничок обыщем. Детальки пригодятся. Так, ну что там у меня получилось? По серебру 3300. Так, 442 опыта. Репутация 485. В команде даже первое место вылез. Фига. Бывает, как говорится. Так, это у нас рейтинг. 146, плюс 46. Так. Так, в итоге что там получилось? А, пока еще ни в какую лигу не вошел. А, надо, короче, 5 игр сыграть для коллекционных, потом будет лига определена. По результатам 5 игр. Ну все, в принципе, понятно. На сегодня у меня все. Сыграю 5-й бой в лигах, наверное, запишу тоже его. А с вами был Мурдурсан. Всем удачи, всем пока.